Что случилось? Эсра, ты что делаешь? Ты что делаешь? Пытаюсь разогнать дым, не видишь, что ли? Вижу, но что это за дым? Что ты сожгла? Он из духовки. Я не привыкла в такой готовить. Курица подгорела. Но не переживай, съедим то, что уцелело. Сейчас. Да не хочу я ничего есть. Почему ты не хочешь есть? Ты весь исхудал, только мышцы остались. Даже если исхудал, что с того? Смотри, что ты сделала с моим домом. Если не хочешь, чтобы с твоим домом что-то случилось, поехали в компанию. Я не хочу никуда ехать. Ясно? Враг покоя. Враг покоя. Бесит. Все готово. Очень вкусно получилось. И я так говорю не потому, что сама приготовила. Выключай компьютер. Хватит уже работать. Давай, давай. Поешь, поешь. И как только у меня получилось так вкусно приготовить. Молодец, Эсра. Эсра, я не хочу, понятно? Не хочу. Мне не нужна твоя еда. Мне ничего от тебя не нужно. И есть я не хочу. Не хочу. Ладно, поешь, когда проголодаешься. Азан, давай я схожу на рынок за продуктами. Сделаю тебе твой любимый десерт. Мы все равно тут надолго с тобой. Эсра, ну что ты за беда такая? Азан, тихо, тихо. Мы же просто обедаем. Сидим за столом. Какая я беда? Ладно. Ладно, ладно. Эсра, ты сейчас поешь и езжай в компанию. Мне нужно сосредоточиться на работе. Договорились? Это можно устроить, если мы поедем вместе. Давай, собирай вещи и поехали. И наушники свои не забудь. Эсра, я знаю, чего ты добиваешься, но я не буду есть. Я не ребенок. Не ребенок, значит. Посмотри, какой ты упрямый. А когда возникает проблема, ты сбегаешь от всего мира. Ты всегда так делаешь. Всегда. А это тут при чем? Как это при чем? Я тебя знаю. Что ты делаешь вместо того, чтобы все обсудить, когда возникает проблема? Ты теряешься в мире, который у тебя в компьютере. Хорошо, и что со мной не так? Ты заявляешь, что хорошо меня знаешь. Что со мной не так? Ты видел меня с Чинаром. Ты все неправильно понял. Что я неправильно понял? Он держал тебя за руку. Азан, Чинар мой друг. Друзья держат тебя за руку? Ты все равно неправильно истолковал ситуацию. А вообще, что происходит? Почему я тебе вообще что-то объясняю? Кто ты такой? Я даже не буду упоминать о том, что ты тогда сказал мне в номере. Ты постоянно грубо со мной обходишься. Я плохо к тебе отношусь? Да. Я не хотел тебя больше видеть, но ты попала в беду, и я пришел в полицейский участок. Я дал тебе работу в компании. Я хотел извиниться, когда наговорил лишнего. Тебе медаль дать? Не нужно! Не нужно! Ты не заслуживаешь ничего хорошего, Эсра. Ты убиваешь все прекрасное, и у меня для тебя новости. Мне плевать на тебя. Еще что-нибудь добавишь? Потому что это ты мне уже говорил. Тогда давай добавлю. Иди, делай с Чинаром что хочешь. Флиртуй с ним, выйди замуж, да хоть детей ему нарожай. Только оставь меня в покое. Следуй правилам компании. У меня все. Я все сказал. Знаешь что? Ты сам не заслуживаешь ничего хорошего. Я ради тебя из кожи вон лезу с самого утра, но ты даже не замечаешь, потому что опять застрял в своем мире. Но с этого момента мне плевать. Я больше ничего не буду тебе объяснять. Ничего. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.